Громоздкие счетчики на фасадах частных домов, магазинов и предприятий уходят в прошлое вместе с частыми визитами контролеров. На смену им современные многотарифные счетчики или, как их называют, приборы умного учета. Устанавливают их бесплатно, да еще и обслуживание и ремонт берет на себя сетевая компания. Абонентам остается только один раз в месяц взять в руки специальный пульт и посмотреть набежавшие киловатт-часы. Показания снимаются дистанционно. По работе нового счетчика могу сказать, удобство в том, что можно с пульта посмотреть все показания и поменяв, значит, поставив новую проводку, то есть я как правильно не понимаю, это торсада или что, увеличилось напряжение. Вот, в принципе, я доволен. Удобства есть, и они налицо. Кроме того, такие приборы помогут хозяину сэкономить расходы на электроэнергию, например, перейдя на ночной тариф. Тогда работа энергоемких приборов не покажется столь дорогой. Системы умного учета объединены в единую сеть. Информация передается на главный сервер Кубанэнерго, затем в энергосбытовые компании. Это позволит предупредить хищение электроэнергии, а значит, улучшить качество и надежность электроснабжения. Добросовестные абоненты получают лишь преимущества. Некоторые жители опасаются, что при высоких показателях может быть введено ограничение максимальной мощности. Однако эти слухи совершенно не обоснованы. Сочи обеспечен достаточными запасами мощности. Все домыслы, либо страхи, риски того, что потребители в сезон могут остаться с ограниченной возможностью потребления, скажем так, это из разряда фантастики. Не собирается ни сбытовые компании, действующие на территории субъекта, ни сетевые компании проводить такого рода ограничения. Завершить установку счетчиков в Дагомысе специалисты планируют к концу года. Затем усовершенствование войдет в Лазаревский и Туапсинский районы. А в Сочи интеллектуальный сбор данных ведут уже более 10 тысяч современных приборов учета. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.